takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right. Ребят, покупайте мои курсы. Вы спросите, какие курсы? Я вам скажу, да так покупайте. Это знаете как, приходите в гости, у вас спрашивают адрес, куда ехать-то? Вы такие, да так, приходи. Или недавно я у шефов спрашиваю, типа, во сколько вы прилетаете? Где вас встречать? Мне написали, не твое собачье дело. Всем привет, это Даник. Вдруг меня еще кто не знает. Я хотел спросить у вас, вы вчера внесли свои расходы? Мне просто интересно, там большинство ответило, что начнем сегодня, ну то есть вчера. Вот, и мне нужны доказательства. Вы не могли бы в директ скинуть свои расходы за вчерашний день? Я бы хотел бы посмотреть. Вот, и если вы, допустим, в течение дня там забываете записывать, создайте группу в WhatsApp расходы себе и вечером там будете вносить данные в приложение. У меня, допустим, в день там по 10, по 15 статей расходов, и я, чтобы не мучиться, да, там каждую по отдельности в приложении не записывать, я все скидываю в группу и вечером делаю анализы и свожу баланс. Вот, с левой стороны, как и стояло, все сделал, все работает. Ребят, всем спасибо, кто переживает. Многие мне пишут директ, я вот сейчас смотрю, читаю. Многие переживают за меня. Типа, ты чё увольняешься от такой хорошей работы? Условия ж хорошие. Типа, подумай, прежде чем увольняться. Блин, ребят, поймите правильно. Если вы работаете в одном и том же месте больше 2 лет, и у вас нет никаких глобальных изменений, да, там, в росте именно, да, саморазвитии, либо там зарплата, да, в 2-3 раза не поднимается, либо там по должности вас не поднимают, увольняйтесь с этой работы, это бесполезно. Стабильность нужна только в бизнесе, ребят, где есть деньги, там нужна стабильность. А вот в жизни, да, у вас не должно быть стабильности, должна быть постоянное саморазвитие, вы должны развиваться каждый год у вас что-то должно меняться глобально прям. Стремитесь к этому, ребят, не тормозите. Привет! Да, опять. Привет! Это вот мои подписчики с Москвы. Скажите, что специально ради меня прилетели. Специально ради Даника прилетела. Я потом это вырежу. Еще можете жене моей привет передать? Айдана. Да. Привет! Айдане, привет! Да, спасибо. Камиль. А, Камиль еще, да, сына. Всем привет! Никому не выгодно, чтобы вы стали лучше, умнее, мудрее. Поверьте, никому, кроме вас. Рубрика «Спизженные цитаты».